нам. Не все у нас еще упражнения, кстати. Упражнения. Мы в Gold Gym сейчас. Правда? Да, я не тебе. Спрашивают, где вы. Вот. Идем делать последнее упражнение в сегодняшней тренировочной программе. Это будет разведение ног до отказа. До отказа в дропсете. Вот. Дропсет — это когда, короче, ты делаешь упражнение и скидываешь потихонечку вес. То есть до отказа сделал подход, скидываешь вес и делаешь тут же без перерыва следующее. Вот. Так. Макс, здорово. Так. Я передам Андрюхе привет от тебя. Так, сейчас, Аня, я тебе покажу, что делать. Ну, что? Сейчас покажем. Сейчас сможешь, да? Да, конечно. Сейчас покажу, как я это делаю, разведение ног в тренажере в дропсете. Это на добивку. Либо в начале хорошо тренировки ставить, либо в конце.
Я могу. Так, окей. Значит, теперь Аня пробует. Не, руки вот поставь сюда, на эти штуки, да. И нагнись, прогнись как бы. Да, спинку. Ну, туда чуть поглубже сядь. Сама чуть поглубже, тут сюда. Да. И нагнись побольше, да. Амплитуду побольше, то есть, да. Прямо до предела. Нет, тут пресс не работает, тут ничего, в принципе, кроме ягодиц, не чувствуешь. Скажешь мне, когда ты начнешь жечь прям. А я сам не могу. А, сможешь, да? Да. Ну, колени надо, и ты еще туда глубже сядь, назад. Да, ты просто еще назад больше. Да. И просто вперед наклонись. Наклонись пониже. Угу. Да. А повторение я тут не считаю. То есть до отказа делается. До отказа. Начинает жечь, там потерпели по несколько повторений. А вес слишком большой не беру, чтобы. Потому что это все равно многоповторка. Вот, и чтобы чувствовать. Важно, чтобы, то есть вес надо оптимальный для себя выбрать на самом деле, потому что если слишком большой будет, вы будете напрягать. Классно? Не сиди, вставай, разминай ноги. Если слишком большой вес возьмете, будет нагрузка распределяться на все тело, то есть вы можете нечаянным образом стараться этот вес поднимать не только ягодичными мышцами, а там и спина идет в ход, и все на свете. Поэтому вес надо брать такой, чтобы вы могли спокойно сделать 25 повторений. Вот от 25. 25 сделали, то есть это вы можете отсчитать. Меньше 25 не надо. Вот. И постепенно сбрасывайте. То есть, чтобы было куда сбрасывать вообще. Что? Поехали. А, окей. Ну ладно, все. Как?